Ситуация сложная. Этот день, конечно, значительно спокойнее, чем вчерашний. Действительно, вчера, наверное, один из самых масштабных обстрелов, большое количество жертв, ну и разрушений в том числе. Сегодня люди, конечно, находятся в шоке. Это не только те, кто пострадал и находился рядом, это фактически весь город, потому что рядом с тобой пострадали люди, которые с тобой жили, которых ты знаешь. Это, конечно же, не может не отложить отпечаток. Ну и сама вообще ситуация в городе, он стал уже прифронтовым. 10 дней последний стабильно обстреливается. Соответственно, разрушается инфраструктура. Воды у нас уже нет, в принципе, больше месяца. Но здесь справляемся, доставку делаем транспортом. Также работают скважины. Ну и проводим эвакуацию.